Первым глобальным мероприятием на новой сцене стал фестиваль танца «Прорыв». Он собрал около 300 участников образцовых и любительских танцевальных коллективов. Помимо выступления хореографических групп, на сцене демонстрировали видеозаписи о подготовке номеров и фото с концертов. Каждый коллектив отличался оригинальной хореографией, индивидуальным стилем. Возрастная категория танцовщиков разная. Группа «Звездочка» — это воспитанники детского сада номер 10. Наряду с ними — танцующие школьники и студенты. В этот день всех участников объединила одна, но пламенная страсть — танцы. Организаторы фестиваля очень надеются, что новый хореографический зал во Дворце культуры и спорта в дальнейшем будет способствовать творческому подъему хореографов, от которых теперь петрозаводчане с нетерпением ждут новых ярких постановок.